Есть уже оценки первых трех финалисток упражнения с обручем. Магда Мухаммед получила 21,540, Ирина Кикас 20,716. Очевидно, что это не конкурентки. Вот оценка Тамары Ерофеевой может заинтересовать. 26,550. А сейчас выступает Елена Ткаченко. Вот это одна из аранжировок Анатолия Векшина. Это одна из тех композиций, которые нравятся. Нравится зрителям, потому что они узнают музыку. И нравится судьям, потому что уже не первый турнир она делает упражнения с обручем под эту музыку. И вот оно уже начинает запоминаться. Алия Юсупова получила 24,916. Пока из тех оценок, что известно, это второй результат.